Добрый день, друзья! С вами по-прежнему Верхов, и вот сегодня хоппер и КВ-турнир вот на Сама, который состоится через час у нас с вами. Вот. Давайте попробуем поиграть его. Турниры. Регистрируемся. И отправляемся мы на локацию. Есть тут такая локация, Самовья яма. Здесь тут наш сом. Ну, на что мы его с вами будем ловить? Да на курицу будем мы его с вами ловить. Сейчас найдем глубины какие-нибудь. Пусть будет вот эта глубина. Давайте куриную печень попробуем поставить. Это лучшие, конечно, насадки. Курица, куриная печень. Наиболее быстро ловят они самов. И самы любят их на всех локациях. Ну вот в 3.6 вот здесь яма была раньше. Сейчас что-то я не вижу ее. Сейчас придется запустить клевалку Андрея Анисимова. Посмотреть промеры глубин карты локации. Значит, хоппер, Самовья яма. Да тут и нет глубин. 4.80, 4.06. Ну, зелененьким зацепы. Ну, то есть удобно. Ну, 4.80, 4.12. Ну и чтобы нам с вами не было скучно, давайте достанем с вами удочку. И будем ловить на хлеб, на паука и муху. Нахлыстом будем ловить пузанка. Друзья, кура молотая. Ну, куриную печень мне нравится добавлять. Можно курицу добавить. Я вот куриную. Можно кусочки курицы добавить. Нет у меня крови, друзья, ароматизатора. Поэтому вот без ароматизатора. Ну и пузанок что-то у нас не клюет. Ну, самые не торопятся, это естественно. Они торопиться не будут. Потому что идет турнир КВ. И, возможно, сомик маленького веса нам выиграет с вами этот турнир. Вот, по-моему, неплохая перспективная ямка. Здесь и сама, в принципе, можно половить на этой ямке. Давайте паука, что ли, поставим. Может быть, на паука будет у нас клевать с вами пузанок. Можно поискать сама нашего на твистер половить, на третий, там, на девятый, на 15-й твистер половить, на большие воблеры, на 8-й, на 108-й твистер можно половить его, на большие поблеснить. Возможно, твистер здесь хорошо сработает. Возможно, червяк его будет ловить хорошо, друзья. То есть вот когда идут КБ турниры, нужно какие-то нестандартные вещи предпринимать. Чтобы как-то умудриться поймать заявленную рыбу. Иногда нестандартные решения помогают нам с вами справиться. Ну, можно вот пиявку, в частности, поставить. Да давайте, даже не пиявку, давайте вот сюда вот сальник поставим. Или пиявку. Или вот, давайте головастика поставим, друзья. Возможно, головастик нам сейчас поймает с вами сама быстрее всего. Ну, вообще-то, само здесь играют с курицей. Турниры максимальный вес на этой локации. Ну, мы с вами вот будем одну курицу поставим в самую перспективную точку 4.80. В другую точку лова поставим головастика с вами. Ну и на паука одной удочкой, одной снастью пробуем ловить пузанка. Ну и как видите, боты же тоже молчат, сидят. То есть ничего у них не клюет абсолютно. Между тем, друзья, поклевка у нас с вами на головастика. И что там нам клюет? Ну вот и сом наш первый. На 2 килограмма 453 грамма. Возможно, вот этот вес может оказаться решающим, друзья. Все может быть. При проигровке таких вещей, как турниры КВ, вес в 2 килограмма может стать победным. Можно, конечно, сейчас уйти на какую-нибудь другую локацию половить. Пузанка, предположим. Но там тоже не исключена поклевка сама, потому что сом-то, в принципе, распространен на этой базе. Его можно, ну, в принципе, теоретически поймать на любой локации. Боты непременно выловит сама. Ну уж поэтому давайте мы с вами здесь останемся на этой локации и будем терпеливо ждать окончания турнира. Опять поклевка у нас с вами. Ну, это получше поклевка. Покрупнее сомик нам клюет. Давайте посмотрим, что она там клюнула.
Сомик, ну 19 килограмм. Неплохой сомик. Ну, еще лучше наши шансы подросли, будем так говорить. Есть курица. Ну, это мелочь нам клюет. Ну, как видите, да, день, друзья. И у нас пошли поклевки сама. На 2 килограмма. Все-таки пока головастик у нас с вами впереди. Насальник много чего нам может клюнуть, друзья. Помимо самов еще. И голавль может нам клюнуть, и ясь может клюнуть, насальник хороший. Поэтому внимательно вот за этой вкладочкой следим. Ну, пока что 19 килограмм, поверьте, это очень хорошая заявка на призы нам с вами. На турнире КВ. Просто замечательная заявка. Есть поклевка опять у нас с вами на головастике. Опять нам вес небольшой клюет. Совсем небольшой. На сколько там? На 3 килограмма сом клюнул. Ну, головастик активнее всего себя проявляет сейчас на этом турнире. Ну и хорошо, и будем ловить на головастиков. Так вот, друзья, если вдруг на Хопре выпадет играть турнир максимальный вес, то вот на этой локации надо, конечно, ловить сама. И самое интересное, что на этой локации самы клюют днем лучше, чем ночью. Поэтому, если в турнир вдруг будет у вас дневной, то есть не нужно бояться этого турнира и играть его спокойно на локации самой ямы. Самые лучшие здесь днем клюют. Да, опять зачетный сомик. Посмотрите, как активна у нас насадка, головастик. Как она хорошо у нас ловит самов. Мелких, правда, самов она ловит, но она же ловит, друзья. Совсем молчит курица, совсем не хочет ловить у нас. Насальник пока нет поклевок. Ну, интересно, почему вот курица не ловит. Возможно, будет поклевка более солидного веса на курицу. Посмотрим. Ну и боты, как видите, боты, в общем-то, молчат. Боты не хотят ловить у нас с вами. Хотя, в принципе, рыбаков на базе я один, как видите, да? Вот, и откуда у нас бот Дмитрий взялся, непонятно. Так, давайте, сальник у нас клюет. Что у нас там клюет? Ясь, ну да, как я и говорил, ясь может нам клюнуть на сальник. Ну, осталось 10 минут виртуального времени, это где-то секунд 15. Давайте спокойно посидим, подождем окончания турнира. Ну и как видите, значит, получен опыта 13660. Верхов первый, с самом 19 килограмм. Вот он наш победитель, давайте глянем. Вот он, сом на 19 килограмм, пойман на головастика. И в принципе следующий зачетный сом тоже пойман на головастика. Друзья, не забываем принять с вами ухи, снять похмелье. Спасибо за внимание, всего доброго, с вами был Верхов, увидимся.